Наталья Земцова – молодая российская киноактриса-звезда молодежного телесериала «80-е», который и дал старт ее популярности. Каждый новый проект, в котором участвовала артистка, делал ее еще более заметной для режиссеров и зрителей. А потому сегодня фильмография Натальи ежегодно пополняется новыми картинами, в которых ей все чаще доверяют играть главных героинь. На съемках сериала «Пропавшие без вести» Наталья Земцова познакомилась со своим будущим мужем, директором киногруппы Виктором Рыбинцевым. Причем знакомство это не было романтичным, молодые люди чуть было не разругались при первой встрече, но впоследствии Наталья и Виктор начали общаться, и между ними возникла искра. После окончания съемок Виктор пригласил Наталью провести отпуск в Гоа, где и сделал предложение. Брак оказался коротким, вскоре супруги подали на развод. В августе 2014 года Земцова родила первенца, сына Ивана. Кто стал отцом малыша, актриса долгое время скрывала. В 2016 году в СМИ появилась информация о романе Земцовой с Сергеем Крестовским, участником группы «Ума Турман». Наталья и Сергей долго не комментировали информацию об отношениях, но все же Крестовский, который старше Натальи на 16 лет, признался, что 4 года не мог определиться в личной жизни и метался между женой, подарившей 4 детей, и новой возлюбленной. В итоге музыкант ушел из семьи. В июне пресса сообщила о тайном бракосочетании Натальи Земцовой и Сергея Крестовского, после которого супруги вместе с сыном отправились в Испанию. В соцсети Instagram Наталья периодически выкладывает фото супруга и сына на всеобщее обозрение. Актриса любит путешествовать и завела собственный travel-блог на видеохостинге YouTube. А вам нравится эта артистка? Пишите свои мысли в комментариях.